Друзья, всем привет! Сегодня у нас автокресло, маленький автокресло Booster. Фирма называется Lorelli, и мы сейчас его посмотрим ближе. Мы заказали вот такой вот с коронами. Он запакован в пакет. Вот. Вот этот Booster. Предназначен для деток на вес 22-36 кг. Это третья группа. Он в таком черном чехольчике. Он очень легкий. Сейчас посмотрим, сейчас попробуем снять чехол. Чехол снимается, и что мы видим? Вот здесь вот просто пластиковый, пустой, внутри ничего нет, пластиковый каркас. Смотрите, вот здесь написано группа 3, универсальный, вес 22-36 килограмма. Вот такой вот сам чехол, смотрите, сам чехол, он такой вот с поролоновой вставкой. Там, где в сиденье, вот чуть толще поролон. Там, где просто боковушки, поролон чуть тоньше. Чехольчик снимается, можно легко его постирать и заново прикрепить. Здесь вот такие вот красные штучки. А здесь инструкция. Сейчас его оденем обратно. Вот мы его одели. Здесь указана тоже инструкция, как его нужно крепить. Вот смотрите, вот инструкция. Штатными ремнями пристегивается, за ручки заводится, за вот эти вот, с одной и с другой стороны. Вот такой вот легенький Booster, который можно взять с собой. Будет удобно и безопасно для ребенка. Давайте сделаем замеры. Смотрим. Здесь у нас 36 сантиметров. Высота его спереди, тут он, видите, спускается вниз. Вот такая вот 6-7 сантиметров. По спинке высота где-то 11 сантиметров, даже меньше. Сантиметров 9-8. Вот, видите? В ручках 18. Не видно. Длина его 30. 6-35 сантиметров. Вот. И что самого тоже сиденья, тоже 36-37 сантиметров. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, друзья.